Сосмофобия, добро пожаловать. Ваша Олег, любимая. Даша, тюряжечка. Приветики. Человек VR еще не подключился. Олег, Женя, Даша и тюряжечка. Тюряжечка. Бонни без Клайда. Бонни. Дядя Женя, вот дядя Женя молодец. Прям Ютуб. Дядя Женя Ютуб. Скромненький. А что? Надо было что? Что? youtube.com/USG. Название канала, да, чтобы наверняка уже. Да. Так, полный... где у нас включается свет? VR-щик сейчас должен, видимо, пешочком прийти сюда. Должен, пока нету. Сейчас придет. Там он, наверное, долго. Сейчас VR-щик будет играть. Вот, пришел VR-щик. Я тоже так ходил, что? Да? Вкатился VR-щик. Тоже на носочках, типа. Ой, смотрите, ребята. Распятие, солька, свидетелем просто. Ой, классические задания вообще никакущие. Жень, я сейчас посмотрю. О, пожалуйста, забирайте. Я наголовник надела. Это я тюрьма. Иду искать. Это тюрьма. Я иду искать свет. Ой, фигово включается. Ой, беда. Угу. Так. Вата ватная. Ладно. Пойдем побежал, тогда побежал, искать. Побежал. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты тоже так ходишь, так же на цыпочках. Не, Олег не на цыпочках, Олег в полуприседе ходил. А он не на цыпочках ходит? Да. Нет, Олег так же ходил, но он на цыпочных полуприседах. Вау. Смотри, как он попкой говорил. Оп-оп-оп. Да-да-да, у него странные какие-то шаги, какие-то странные. Дай нам знак. На втором этаже включается свет. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак, дай нам знак. Даш, что за пение, я не понял. Я пытаюсь себя успокоить в тюрьме. Осуждаю. Ты часто по ночам в тюрьме бываешь? Слава богу, нет, не приходилось. Ну вот поэтому идите кто-то со мной, включите свет. Хотя осуждаю. В ГТАшке мы, по-моему, разочек были как-то. Да. Ну не хотите, не с тобой, Женек, же есть. Да-да-да. По-моему, там была тюряга. Была. Дай нам знак. А кого ты там осуждаешь, ну расскажи нам. А со мной никто не пошел, песня. Правильно, да? Песня осуждаю. Ой, как же вы тут уже оказались? Дай нам знак. Ты здесь? Еще нет. Убей нас. Ой, начинается. Покажи себя, ты далеко? Жень, ты же знаешь, чтобы катка долго не была, надо сразу. Убей нас, приди, мы готовы. Нам страшно. Где ты? Ты далеко? Свет включен. Свет включила, Даша, убей ее. Слышь, ты чё? Слышь, а что это горит, Жень? Алло. А что это за фигня, подожди. Я же тебе тогда еще рассказывал в самом начале, что вот эта шляпа, она горит постоянно, светится. А что? Ну это... Чего? Стык ребро. Стык ребра горит. Стык, может сфоткать это или нет? Стык. А. Так, минусовки тут нет, не тот блок. Дай нам знак. Так. Дай нам знак. Нам страшно, мы боимся. Ответь. Покажи себя. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай. Со светом нам. Знак. Дай нам знак. Дай нам знак. О, хорошо. Я напоминаю, с нами VR-щик. Я знаю. Тихо. С нами VR-щик. Короче, смотри, давай время терять не будем. Давай. 5 грамм, подождите. Это не тот блок. Не тот, пошли в блок А. А. Блок А. Б-б-б-б-б. Даша распела, смотри. Интересно, эти кривляния на камеру нормально там выглядят? Я попробую потом. Кривляние на камеру. Посмотрим потом. Я пытаюсь развеселить, разрядить обстановку, потому что и так сыкотно. Потом посмотрим. О, Жень, что-то открылось. Это я открыла дверь. Понятно все с вами. Падла, ты где? Я тут. Кто, падла? А. А где вы шляетесь вообще? А, вон вы. Там же, где и вы. 7. В тюрьме. Оп. 7. Только не говорите, что опять... А, нет, нежирательная. Так прикольно, дверь открывается. Я озвучил, как дверь открывается. Буду ходить тогда с МПХой, наверное. Хотя МП опять не во всех углах. А сюда ты не заходил-то в библиотеку? Нет, пока. Мы же блоки сначала... Давай сначала блоки проверим. А свет вырубила. А. Вот, иди включай, пожалуйста. Спасибо. Подождите, а реально свет вырубают или... Может быть, возможно... Нет, просто понавключали, видимо, пробочки сгорели. Я только в двух этих самых местах включу. Дай нам, дай знак. Нам знак. Покажи себя. Пойду включу. Убей нас. Ты здесь? Нам страшно. Как призрака зовут? А кто его знает? Призрак. Кто-то помнит вообще? Призрак. Призрака никто не зовет. Убей нас. Покажи себя. Убей себя. Убей нас. Нам страшно. Нет, свет есть. Что-что? Нашел, он говорит, вроде ауру видел или... Где-где? Ой, где-то звук был только что. Какой этаж? Какой этаж? Там, да, получается? Или что, ты? А, да. Да. Вроде нет ничего.
А, да? Ну, Блэки Б тоже чисто было. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Может быть, на втором этаже. Знаешь, это «Ноги колесом после бурной ночи» называется. Женя, Женя. Ну, а что? Ну, мыло не бери, Даш. Мыло не бери. Мыло не бери. Просто не бери. Мыло не бери. Себя побереги. Мыло не бери. Себя побереги. Смотрите, мы как-то играли, и там он в конце в тюрьме был призрак. Дай нам знак. Может, он там? Убей нас, убей нас. Быстро. Слушайте, а никто ни разу не кричал на призрак. Че на него кричать? Дай нам знак. Даша, ты на вебке, поори на призрак. Подождите, дайте. Подожди. Тут была девочка маленькая. Покажи убивала, себя. Помнишь? Ты здесь, ты далеко, ты ребенок, тебе плохо, нам страшно, мы устали. Убей нас, убей нас, убей нас. Достали. Покажи себя и убей нас. Достал из широких штанин, да? Штыроких. Ваша любимая тюрьма. Ваша. Напоминаю. Даша. Слушайте, а блоки вы проверили на втором этаже? Там? Дай нам знак. Ну вообще неадекват. А что здесь у нас? Где? Покажи себя. Свет выключился. Она здесь свет погасила. Пойду пробки проверю. Ты далеко? Вот здесь. Дай нам ребят, знак. Если что, свет тут включается. Свет вырубился, да, да, да. Да, вот. О, тут! О, смотри, свет включился. А, это нашли две МП. Две МПхи там, где мы включали свет. Свет. Подождите, а как это может быть? А, вот здесь. Она не может быть здесь, нет. Почему? Так два МП, это же не показатель. Почему? Ну, она где-то здесь, это радиус действия. Ты здесь? Ты далеко? Убей нас. Ты далеко. Покажи, покажи себя. Себя. Дай нам знать. Что-то дичь какая-то, ребят. Где ты? Быть, о, так... кабинет директора, тут кресло кайфовое, смотри. Убей нас, убей нас. Что, какой-то мерзкий, Каша? Подождите, а почему непонятно. Здесь? Только что здесь было... Чего? Вы же слышали МП? Нет. То есть она тут топает, ну топа не вы дай нам слышите? Знак. Ты здесь? Человек пришел, так ковылял, можно сказать. Только что у меня, я включала свет, там запикало МП-2, двоечку показала. Но сейчас там ничего не пикает, и почему-то плюс 15. Это сдвоится, конечно. Дуалити. У меня на ролике это есть, вот здесь. Где? Вот здесь, а, вот здесь. Давай туда вот зайдем, здесь давай я поговорю. МП. Олег, это ты балуешься? Думаю. Чем? Чем? Дай нам знак. Ну, ой, страшно, ой, беда, сидите, ой, куда тут, бежать? Ой, не знаю, тут, что делать, куда? Я бегу к директору заходите. Закрывайте дверь. Закрывайте дверь. А нафига вы убежали? Пока он дойдет, тут уже атаку закончится. Нет. Может, я пропалю просто, откуда идет? Я отчаянный, да, я пошел. Мы так и поняли. Я капитан отчаянный, поэтому... Ну тут можно вокруг... Отчаянный, это из Китая, типа? Капитан отчаянный, это из Китая. Да, да, отчаливающий из Китая, отчаянный. Отчаянный. Отчаянный, да. Да. Ты здесь? Я не... Дай нам знак. Покажи себя. Во время атаки ты умрешь. Я не умираю. Дай нам знак. Во время атаки, общаясь, это жопа, Жень. Ну я и специально... Это жопа, Жень. Просто если мы сейчас тебя потеряем до того, как мы даже нашли место... Где ты? Покажи себя, дай мне знак. Где ты находишься? Ты далеко, ты призрак, ты петух, кто? Нет, нет ответа. Не срабатывает, давайте я вам лучше рацию отдам. Все. У нас сел рассудок. Давайте я вам отдам рацию. Нате, возьмите, меня не срабатывает. Может, микрофон глючит или что? Так мы не знаем, где он. Ну, это уже другое. Это не то место. Ну, смотри. А, мы не слышали ни топота, нет, нет. ни шороха, был, ничего. Был топот. Даже нет, МП не слышали. Было. Шагов нет, но вообще я слышала его топот. Вот где-то что-то скрипело, вот такой вот тихий шум. А что, он свет вырубил, да? Ну, возможно, опять. Да. Но я имею в виду, пробки включены, вот это вырубил. У кого есть еще? В этих навряд ли, да, Олег? Бывает вообще в этих комнатах? О, Жень, смотри, вот это да. О, вот это компы. Вот это термометр у кого-то еще есть, скажите, пожалуйста. О, опять атака. Да не бойся, все равно его тут нет. Спасибо. Что, спасибо, его тут нет, тебе говорю. Давай, Жень, давай. Как это? Челлендж, даже дверь не закрываем. Да, не надо. Ага, окей. Смельчак. Нет, фотика нет. Смельчак Фабио пошел на охоту. Сколько МПшка? 4. До свидания. А это просто как со школы. А я через окно смотрю. Да. Мы просто ищем место, где он вообще есть. Где ты? Это не второй этаж, ребят. Нет, это на первом походу, да. Потому что даже звуков нет, ни сердца, ничего нет вообще.
Бессердечный призрак какой-то. Я не слышу. Я пошел на первый. Я тоже иду, спускаюсь потихой. Ну, давайте, удачи. А что, ты боишься? Да, я не хочу умереть первое. О, я, кажется, знаю где. Когда боишься, дрожит писем. На ветру колышется она. Ребят, я думаю, это может столовка. Нет. Может быть, но я был в столовке уже. Я тоже была, но мало ли. Или библиотека, или как-то. Я в смысле в игре имел в виду. Я так поняла. На первом этаже блок Б, по-моему. Я слышу по музыку, слышь, музыка была, по-моему. Да, блок Б, вот здесь справа, по-моему, было. Ты здесь, дай нам знак. Так мы же были с тобой в блоке Б. Ну, знаешь, мы могли просто, ну, походить, как бы, и... Может, вот здесь, смотри, вот еще какая-то комната есть. Вот, ребят, он вырубает после... Кто у нас после атаки вырубает свет? Джин? Да, дай нам знак. Нет, нет, не Джин, Джин при свете. Ты здесь? Мара, что ли? Нет, я имею в виду, что пробки остаются. Это вопрос, Женя. Мара, что ли? Мара, что ли? Какая Мара? Это Банши, вы что? Так ты только что... Банши? 50 серий записали, ты не помнишь, что Банши у нас только охотится. Ой, 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 а ну расскажи мне, кто это, давай. О, вот предметы бросала, смотри, вот здесь, я же говорю, блок Б. Да, 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 да. Дай нам знак. Ты здесь? Тут никого не было. Покажи себя. 8 градусов в блоке Б. В начале блока Б, в предбаннике. 3 градуса здесь. Ну вот, это здесь, значит. А где рацию мою приперли? Рацию мою кто-нибудь взял? Так. Какой-нибудь человек мою рацию принес? Пистолет, принесу дневник. Рацию камера кто-нибудь нес? Рацию? Вы же говорили в рацию, куда вы ее дели? Не знаю. Я же говорю, возьмите, вы такие, ага. Ты же ходил разговаривать. Никто не... Ну понятно, игнор, полный игнор, командная игра, да? Какой игнор? Ты ходил, орал. Ты говорил же с рацией, нет? Я положил, говорю, возьмите, поговорите. Ну что, Жень, проверим, призрак здесь, давай. Давай проверим. Яйца в кулак. Волю в узду. Призрак в атаку. Он сейчас... Я слышал. Женя, он тут? Женек. Кто-то с рацией. Жень, закрой, 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 ходи. Он там в блоке, Даш. Да, он здесь. Так тут или я там? Я слышу, как он двери открывает. Двери в блоке там, где-то. Да. Тут или там, и тут по пятам. Тихо, 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 тихо. А что тихо-тихо? От этого он не услышит. Нет, я слушаю, нет, я слушаю, где он ходит. No inmates allowed. Ой, вот он идет, все, нам абзац. Нам хана. Он калитку открыл, да? Да. Он возле меня ходит. Нет, он внизу, Даш, как и там, чего? Так я на первом возле выхода. А кто? Нет. Я не вижу, я слышу его, но не вижу. Он вышел прям, где мы закрыли калитку. Металлическую. Идет за мной идет. Да, да, да. Беги! Бегу. Такая предъява, беги! Если это не Ниссан и Ревенант, то ты можешь убежать. Беги, ради бога, беги. Беги. От призрака или от Мары? Я не удивлюсь, если Мары. Это же. Короче, место мы нашли. Он в блоке Б. Блоке Б внутри прям. Не в предбаннике. А забери, Женя, оттуда МПшку я бросила. И термометр можешь заодно забрать. Подожди, Жень, но мы же были в блоке. Мы в начале ролика туда пошли. И... Ну, не сразу сработало. Призрак не сразу активничает. Да, он же не может сразу сработать, наверное. Он просто выбирал жертву. Блин, где же он появляется вот здесь, а? Он дай нам знак. Наверху. Я думаю, наверху. Да? Я беру. Покажи он себя. Он хлопал раза 3 или 4 дверями. Кто ты? Тебе плохо? Где ты? Я слушай, думаю. Так давай прятаться вот здесь, вот, вот в этой комнате. Дай нам но знак. Ну, пошли, я дневничок закину. Нам а страшно. А дневник есть? Убей нас. Да, есть, я же... А печатки, говорит, есть, отпечатки. Так. Где? Ну, видимо, нашел где-то. Так, а камеру вы не брали с собой? Нет, слышно, нет. Да-да-да, слышно. Камеру кто-нибудь брал? Да, Олег брал. Или он просто... Или ты такую видеокамеру брал, или фотик? Я поставил наверху там камеру. Какая? А обычная? А, вот, у парня рация. Он взял. Олеж, а зачем ты поставил в предбаннике камеру? Надо переставить. Мы сначала подумали, что там, где упало... Нет, я имею в виду, что ты переставь... Пойдем дальше, пойдем, пойдем. Я пока не могу, я на втором этаже. Пойдем, Олежек, вот туда, в том крыле, по-моему, в левом. Тогда я могу посмотреть через ваши налобные камеры. Желательно, давно так надо. Вот смотри, здесь открытая камера, например, видишь? Да, давай я здесь положу, может, он тут напишет. А, смотрите-ка, МПХ вы забрали? Я взял, взял, в руке у меня. Кстати, да, смотри, на этом этаже открыто только здесь. Да, да. А вот он еще там, а, смотри, вот еще вон здесь B20. Тоже, да. Ты здесь? Вон... Дай нам знак. Ты не B20. Я возьму. Нам страшно, убей нас. B2, там везде одинаково написано. Так. Вот открыто еще. Так тут половина открыта. А, она? Да. А вы не открывали? Нет. Не помню. Не-не-не, мы не трогали вообще камеры. Мы ребят, с тобой прошлись. Рассудок. Рассудок ноль у всех. Отлично. Это значит дух. Почему?
Но он же распятие. Просто первое, что в голову пришло, Жень. Ну почему? Я выпила таблетки, но... Почему дух? Объясни. Сейчас скажу. Обоснуй, Женя. Нет, не залазь в эту книжку. Смотри, сейчас. Отпечатки есть, во-первых, блокнот и радиоприемник. Отпечатки у нас уже есть, уже намекает на то, что это дух все-таки. Во, видишь, вот, пожалуйста. Радиоприемник, отпечатки и блокнот. Алло. Полтергейст, Женя. А, так бросался, это полтер, наверное. Или это мираж. Полтер, да. Это получается мираж, полтергейст или дух. Но, Олег не определился, на чьей стороне, поэтому... Когда мы заходили в блок Б, бросались предметами. Может быть, это полтер. Сейчас даже скажешь, что это банши. Спасибо, когда вы говорите на фоне, когда я говорю. Но ты же нас не слушай, ты говори, ты же продолжаешь говорить. Ну, я говорю в рацию всем, чтобы услышал наш товарищ. Так у нас же мы же не дублируемся у тебя. Так галдеж, случай в том, что галдеж... Ну все. До свидания. Женя, пока. Удачи. До свидули. Пока. Видимо, меня сейчас убьет он, да. Я чувствую это. Можно не прятаться, в принципе? Ну, скорее всего, да. Я просто ближайшая цель. А по-моему, сейчас меня убьет. Я ближайшая жертва. Очень тут проблема со звуком, потому что я не слышу, где он... Мне кажется, что он ходит возле меня. Нет. Вы говорите, что он ходит возле вас. Ходит справа от меня. Я в камере сижу. И как же, сижу там, за решеткой в темнице сырой, скормленный неволей. Летсплей, молодой. А знаете, что самое интересное? У меня ощущение, вот я сейчас сижу в приход... Зачем он его агрит? У меня ощущение, что МП у меня за стенкой пипикает. Такой странный очень звук. Ну, то есть, как будто бы кто-то бросил в прихожей. На МП четверка стабильная. Ну, а атака во время же, атаки да. тебе не покажет, да. Давай я пока шагов посмотрю. Нету. Я так понял, что он кверчик. Может быть, кстати, да. Он его агрил. Вот здесь, смотрите, вот здесь блокнот надо бросить. Олег, принеси блокнот. А, вон он идет, вон он идет, вон, тесак. Мясник. Олег, знаешь, где появился? Смотри. Вот рация валяется, от рации пробегаем сюда, вот здесь появился, вот здесь. Сейчас сделаем. Вот тут. Сейчас камеру поставлю. Так, дневник забираем. Вот здесь, камеру вот сюда я положите. Забрал камеру. Вот сюда положите дневник, вот здесь, вот в этом месте, вот подожди, сюда. Подожди, у меня же в руке была камера. Вот сюда, да, положи вот на пол. О, блядь. Опять атака задрала. Давай, Жень, так в ближайшую камеру залетай. Ну я и залетаю. Давай. Быстрее, овца тупая. Смотри, приоткрыл. Не закрывай. Не закрывать? Не надо, потому что шум, он привлекает шум, я читал. А, понял. Ну, в этом в обновлении, что типа шум и все, убить все, ребята, может. Мне хана, походу. Ну все, беда. Держись, Дашка, держись. Я держусь за раковину в туалете. Я держусь за раковину. Я спряталась. Вон он ходит, видно его. Вот только что прошел. Там вон, смотри, вон. Сейчас к нам подойдет. Ну все, абзац, короче. Наверное, мне. Ну да, естественно. Кого? Меня. Да. Женю? Да. Женя, а как? Вот ты так сказал, не хлопай, не закрывай. Вот он, ну, я не знаю, как это работает, но почему-то убивает он меня всегда. Учитывая, что я ходил тут шерудил. Включите свет, я пойду свет включу. Да, все, мне капсул. Блин. Мне кажется, это полтер. Полтер все-таки. Так, вон камера. Вот а где блокнот? Говорите, ну уже говорить смысла нет, да. Вот блокнот. Женя сказал, что он где-то здесь. Вот, появляется. Да. Вон камера. Да. Блокнот с камерой вот да. на том столике. Вроде так, можно подожди, заметить а что блокнот. Я тебе говорю? Отпечатки. А, есть отпечатки. Отпечаток есть был же уже. Рация да. была, отпечатки, рация. Ты сказала, блокнот нужен. Блокнот мы ждем. Блокнот, подожди, это дух. Либо блокнот, это либо дух. Призрачный огонек. Это все-таки для дух, полтора. Наверное. Пойду проверю. Олег, что надо идти. Я думаю, что это дух почему-то. Подожди, смотрите, радиоприемник, отпечатки, рук и блокнот. У нас отпечатки есть, рация есть, а блокнота нет. Но вот ты же говорил, что бросался предметами. Я не говорил надо этого. Надо пойти проверить. Как пойти, не говорил? Я увидел, что папка вот эта одна валялась, и все. Я не говорю, что он бросался. Она валялась, камера, как бы, да и фиг с ним. Ладно. Потому что и третья улика может быть либо этот самый призрачный огонек. Какой смешной пацан. Либо блокнот. Он в панике бежит. Сейчас мы не добегаем. И сейчас... Камера улетела в сторону. Подожди, он хочет поставить камеру. Так давай, хорошо, будет некрасиво хорошо, бросить там его. Чё? Мне кажется, там есть... Ну хорошо, там много ним, камер, я пойду в машину. Там много камер, да. Хорошо. Иди с ним, я пошел в машину. Посмотри жалко, тогда. Жалко, что задание выпей, не дали, кстати, да. тот самый... Что-нибудь. Выпей успокоительное. Почему ты решил битнера бахнуть, да? Я камеру тоже потерял. Битнер? Помнишь рекламу? Да, Битнер? Был этот бальзам. О, удачи. О, пока, удачи, все. Вам хана.
Обоим, причем. Сколько? По нулям все, да? Дрищи все, ну да, дрищи рвали. Разве у него был ник Диги? Да, Диги. Так, да. Рн-дигадон-дигадон-дом-дом. Так, садимся. Соль не рассыпали. Подожди, аура летает. Аура летает, да, аура летает. Тихо, это не говори. Кому? Ну, в этот самый. Это Полтер. Это Полтер, я же скажу, что это Полтер. Вон он наверху, я вижу. Сейчас выяснится, что это не Полтер, и будем смеяться потом все вместе. Это Полтер. А это точно аура, Алик? Это точно аура. Я что-то не вижу ее на камере. Сейчас пройдет атака, я вам скажу. Татака. Давай. Ну вон, зайди в машину, посмотри. Я же стою за тебя. Вон, смотри, летает. Видишь? Но какая-то сопля вот, да, есть маленькая. Фига сопля, такая толстая. Может, это холодный туман, типа, нет? Майкл Мартинес, мы даже имени его не знали. Холодный ветер заждем. О, песни пошли. О, соль надо было рассыпать. Да, я же говорю, никто ни соль не взял, ни распятие не взял. Сейчас возьмем, пойдем. Ну, говори давай, все, мы живы. Что говорить-то? Аура видна на мониторе, пометьте у себя в журнале. Это полтергейст. Хорошо. Осталось выполнить только соль и распятие. Да. Так, я беру, значит, распятия нет у нас тут. И соли тоже нет. Распятие уже утащили. Я бросал распятие. Олег, где-то там, где я умер, там распятие мое должно быть. Там, блядь, ищи. Не, где я умер, внизу, ну камера, там же, где призрак. Там я валяюсь, там у меня распятие рядом со мной. Хорошо, а где соль? Соль в вагоне. Надо же, где надо. Ресторане. Давай. Топает. Вот распятие. Там, сейчас я вам подскажу, может быть, что-то. Распятие, да. Он за мной! Нет, пока. Да, он за вами пошел, если кому-то хана будет. А мы с Вярчиком тут спрятались. А, я вижу, на камере. Женя, он за мной? Слушай, он бежит, блядь, сюда прям, он бежит, прям слышно. Он быстро-быстро перемещается, да. Кому он? Ко мне бежит? Судя по звуку, он пошел на к вам идет, к вам, коллегу, по-моему. Блядь! Да, все, кому-то хана. Он убил меня! Ну все, да. Какого хера? Добро пожаловать в клуб. Добро пожаловать в клуб джентльменов. А где он тебя убил? В камере прям. В комнате с Вярчиком. В комнате, то есть с Вярчиком, мы да. Мы сели с Вярчиком в комнату. В комнате с Вярчиком мы сели. Ну что, ему в пень? Ой, сразу смотри. Ой, все, поехали. Я не буду соль сыпать, я не буду распятие носить. Все, может, поехали уже. Мы почему? Вот сделайте. Даша не хочет. А где убили? Вон. У меня есть вон распятие. Туда зайди, я там увидишь. Я сейчас с нашим товарищем. У меня соль была вроде. Соль у Олега и распятие, по-моему, там рядом где-то валялось. Так. Вы бросьте там мы же, где зашли, журнал. Мы зашли, все да. Нормально закрыли, все. Не двигались, дверь была закрыта, а он открыл. Зашел, все. Открыл. Он залетает, блядь, и выбивает да. Нас. Опять! Давай. Ура! Ну, закрываешь? Что так, за ура? А, идет к вам. Так не атака же, чего вы боитесь-то? Как не атака? А у меня атака не мигает же. Ничего. А, странно, атака, ладно. У меня мигает. Ох, я бросила там. Все, вам о, хана, он идет целенаправленно вам... к вам прям. Плохие новости. Плохие новости, ребята. Все, пока. Вот он! Да. Все, хана. Меня убили! Добро пожаловать в клуб. Добро пожаловать в клуб. Живи, пожалуйста, выбирайся из тюрьмы и все. Я надеюсь, я успела сказать. Надежда, только на тебя, беги. Да, да, я. Беги, умоляю, беги. Беги ради мамы и папы. Давайте охранять назад Вярщика. Назад не смотри. Я вас, кстати, вижу на камере всех. Он причем. Бежит. Слушайте. Охранять Вярщика. Знаете, в чем... Ну как? Он идет. Бля. Все, хана ему. Знаете, в чем тупость? Я бросила прямо перед входом распятие. Не сработало, Даш, ничего. Он послал его в жопец. Соль не сработала, распятие не сработало. Он так четко за вами пришел, вот прям идеально. Очень быстро побежал парень, прям красавчик мясник. Давай, Вярщик, вся надежда на тебя. А да, я тут остаюсь пока. Смотри, дежавю. I've been here. In this place before. Да? Отлично. Дальше мы не учим. Даша, что ты ходишь там? Мне интересно. А, ты же мертвая, точно. Я думаю, такая свободная. Он дверь почпохал. Прогуливается. Нормально. Я гуляю, хотела увидеть в последний раз этого. Здоровый мясник, как из Диабло. Да, да, такой. Ну, Полтер же Полтер. Полтер же Полтер? Жополтер. Слушайте, троих убил. Красавчик. Да, притом, учитывая, что мы спрятались, нормально как наконец-то. Бы. Спрятались, да. Закрыли двери. Наконец-то нормальные призраки агрессивные. Он прошел, кстати, сквозь дверь. Он прошел, не открывал. Все, можно ехать, это Полтер. Это Полтергейст. Может, это Мираж? Ну, начинается, нет, ну, Даша, сейчас. Нет. Я уверена, нет, смотрите, я знаю. Мираж проходит сквозь стены, я почему сказала. По поводу... Нет, понятно, что это Полтер, но... Ну, Полтергейст, да, ура. 30 долларов. Классно, бомжа. 34 взаимодействия с призраком. Два бомжугана с тобой, мы, а? Капецн, васн, лостн, клесн. А вы хотите еще, может, коротенькую каточку? 28 минут как раз на серию получилось. Ну, тогда хорошо, можно заканчивать. Это была страшная тюрьма, нам было очень страшно. Вам тоже страшно, с вас лайк, подписка.
У нас новая серия. И вырастет большая писка. Ну, это точно. Да. И не только писка. Ну, в общем, ладно, все, пока. Все, всего хорошего, пока-пока.